находимся на выставке, которая была организована в рамках форума ASAP. Эта выставка была создана для студентов, которые получили образование за рубежом и сейчас рассматривают получение работы здесь, в Азербайджане. Выставка является одним из мероприятий четырехдневного форума, организованного платформой азербайджанских студентов и выпускников, который проводится при поддержке Фонда молодежи Азербайджанской Республики. В выставке приняли участие свыше 30 компаний по самым разным направлениям – предоставление социальных услуг, IT-технологии, местный и зарубежный университет. Сегодня третий день нашего форума. В нашем форуме участвуют студенты и выпускники. У нас были представлены проекты. 10 различных проектов, которые будут реализованы этими студентами и выпускниками как у нас на родине, так и за рубежом. Сегодняшний день начался с представления проектов и продолжился выставкой карьеры и молодежных организаций. Сейчас у нас представлены здесь более 30 компаний и молодежных организаций. Сегодня Капиталбанк выставляется здесь как один из ведущих банков Азербайджана. Нас очень радует и мотивирует интерес, который проявляет молодежь к нашей компании. В настоящий момент в банке работают программы стажировки, после успешного прохождения которой кандидаты принимаются на работу. Сегодня мы представляем Бахчишехирский университет. Приятно находиться здесь, в дружественном Азербайджане, и рассказывать о нашем вузе. Мы представляем 5 университетов, 4 языковые школы и 5 глобальных центров. Мы предлагаем программы по самым разным направлениям. И хочу отметить, что Бахчишехирский университет входит в шестерку лучших частных высших учебных заведений Турции. Мы очень рады, что мы сегодня тут. Здесь очень много талантливых, амбициозных ребят. Мы тоже пришли сегодня поддержать их и, может быть, быть лучиком для их дальнейшего карьерного роста. Наша компания поставляет строительную продукцию на рынок с 1994 года. Благодаря ASAP мы можем рассказать о нашей компании молодежи и предложить им рабочие места. Наша компания многопрофильна. Занимаемся как производством строительных материалов, так и проектированием умных домов. В форуме ASAP принимают участие свыше 300 студентов из 23 стран мира, окончивших зарубежные вузы. Основной целью форума является объединение молодежи, а целью выставки – предоставление рабочих мест этой молодежи и помощь в выстраивании рабочих связей. Эллада Мамедова, Мирджавит Эминоглу, CBC.